Добрый день, уважаемые зрители и подписчики YouTube-канала компании Роспроперти. С вами Айгерим Маслубаева, я представляю компанию Роспроперти по городу Стамбул. Сегодня мы приехали в район Аташахир. Район Аташахир располагается именно в азиатской части города Стамбул. Это очень молодой, популярный, развивающийся район. Вы все знаете, что финансовым центром Турецкой Республики является город Стамбул, но мало кто знает, что по локации, то есть локально, данный штаб-контора финансового центра будет находиться именно в районе Аташахир. Сегодня вашему вниманию мы будем представлять квартиру вторичного жилья, то есть комплекс у нас сдан уже в 2013 году, но прежде чем перейти к осмотру квартиры, я бы хотела рассказать о локации. В районе Аташахир есть самая главная автомагистраль, которая именно начинается от Измита до Анкары. То есть через Стамбул она проходит именно через район Аташахир. Через год примерно в районе Аташахир запускают линию метро. То есть сейчас на стадии завершения строительства этой станции. Теперь давайте расскажу вам о комплексе. Комплекс был сдан в 2013 году, состоит из 8 блоков. В этом комплексе вообще представлены планировки 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Сегодня мы вашему вниманию будем представлять планировку 2+1 дуплекса. Но если вас заинтересуют и другие планировки, обязательно оставляйте свои заявки, мы вам предоставим всю информацию по вторичному жилью. На территории комплекса, где-то от нашего блока, где-то в 2 минутах расположена государственная школа. Также самая главная администрация Аташахира находится рядом с этим комплексом. Этот комплекс является визитной картой района Аташахир. Также в 2 минутах от комплекса расположен самый известный, популярный торговый центр азиатской части Стамбула – Water Garden. Я всем советую посетить этот торговый центр. Очень красивый, шикарный. Там есть танцующий фонтан. Вокруг танцующего фонтана есть брендовые, известные, популярные кафе, рестораны. На сегодняшний день по общественным транспортам рядом с комплексом есть маршрутки, долмуши. Например, на долмуши вы можете до Бешикташа, в европейскую часть, доехать всего за 20 минут. На маршрутке до самой ближайшей действующей метро можно доехать всего за 10 минут. А до автомагистрали Е5, где действует общественный транспорт метробус, можно доехать всего лишь за 15 минут. Как я говорила, комплекс состоит из 8 блоков. 2 блока предназначены для бизнес-центра, офисных помещений и для отелей. 6 блоков для жилья. В каждом блоке есть своя собственная территория, то есть инфраструктура открытая и закрытая. На территории комплекса есть специальная зона для детей, там детская площадка, открытая терраса, зеленый ландшафтный дизайн, также есть открытый бассейн и даже есть специальная зона прогулочная для домашних животных. А в закрытую зону инфраструктуры входят это холл огромный с ресепшеном, там далее идет зона для бильярдной зоны, также есть закрытый бассейн, сауна, парная, фитнес-зона. На каждой лестничной площадке есть по 4 лифта, также есть, конечно, отдельный грузовой лифт. А теперь предлагаю перейти к просмотру нашей квартиры от собственника, то есть квартира вторичного жилья, напоминаю, за стоимость 215 тысяч долларов. Вашему вниманию представляю квартиру дуплекс планировкой 2+1. Общая площадь квартиры составляет 175 квадратных метров, полезная площадь составляет 120 квадратных метров. Прежде чем показать квартиру, я бы хотела вас сориентировать по всей квартире. Сейчас я нахожусь именно у входа. По леву от меня располагается общий санузел, также есть встроенный гардеробный шкаф. С правой стороны лестница, по этой лестнице мы спускаемся на первый этаж, это на первом этаже находится спальная зона этой квартиры, а прямо от меня
располагается очень просторная, большая гостиная, зона, совмещенная с кухней. То есть также есть, имеется выход на большой террас площадью 13 квадратных метров, а площадь гостиной зоны составляет 40 квадратных метров. Как видите, кухонная зона, то есть полностью обставлена кухонной корпусной мебелью, также бытовой техникой, вытяжка, сенсорная плита, духовка и посудомоечная машина. А балкон у нас не только просторный, также он имеет прекрасный вид на внутренний пейзаж этого комплекса. А с левой стороны, как вы видите, это детская площадка, открытая терраса, в целом пейзаж. И с правой стороны это специальная зона для домашних животных. Итак, я спускаюсь на первый этаж этой квартиры. С правой стороны у нас есть маленькая зона прачечная. С левой стороны у нас общая ванная комната. С двух сторон расположены две спальные зоны. Хочу в первую очередь показать вам родительскую спальную комнату. Площадь составляет 22 квадратных метров. Есть витражные окна с видом на балкон, также на пейзаж этого комплекса. Кстати, в комплексе у нас отопление центральное. И стоит отметить то, что в каждой комнате, что и на первом, и на втором, установлены скрытые кондиционеры. И каждый этаж регулируется отдельно. Есть специальный такой регулятор. Давайте сейчас покажу уже детскую спальную комнату. Площадь детской комнаты у нас составляет 20 квадратных метров. Потолки по всей квартире составляют 2,80 метров. С детской комнаты есть отдельный выход на наш общий балкон. И, конечно же, с балкона тоже есть красивейший вид на внутренний пейзаж этого комплекса. И, кстати, площадь балкона на первом этаже составляет около 17 квадратных метров. То есть балкон, что на первом, больше, чем на втором этаже. Ну что ж, уважаемые зрители, я думаю, вы в восторге от этого комплекса. Ну, если вас заинтересуют и другие планировки в этом комплексе, пишите нам, ставьте лайки, в комментарии оставляйте свои запросы. Под этим видео будет ссылка на этот именно комплекс, то есть именно на квартиру вторичного жилья. Вы можете почитать там описание, также можете оставить запросы. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Герима Сылбаева. Всего доброго, до новых встреч!